«Газпромнефть Муравленко» провели День мастера. Каждый месяц специалисты цехов добычи нефти и газа и других подразделений предприятия собираются для того, чтобы обсудить с руководством важные производственные задачи. В совещании приняли участие начальник управления охраны труда, промышленной пожарной безопасности и охраны окружающей среды Марина Веселовская, начальник управления добычи нефти и газа, заместитель главного инженера «Газпромнефти» Муравленко Артем Войводяну, председатель правкома предприятия Николай Варакин, а также начальники участков, служб и отделов и главные специалисты и мастера цехов добычи. Один из основных вопросов – знакомство с новым коллективным договором «Газпромнефть Муравленко», вступившим в силу с начала месяца. Николай Варакин отметил, что уже в ближайшие дни будет выпущена брошюра, в которой найдут отражение многие положения основополагающего документа предприятия. Но и сейчас познакомиться с договором можно на сайте филиала, либо непосредственно в цехах. В ходе заседания также обсуждались вопросы по рекультивации земельных участков, а также по прохождению работниками медицинской комиссии. Кроме того, начальник управления охраны труда, промышленной пожарной безопасности и охраны окружающей среды Марина Василовская сообщила, что проходит аттестация рабочих мест. После ее завершения все замечания будут систематизированы и при необходимости внесены в карты аттестации рабочих мест.